Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал немедленно депортировать мигрантов, нарушающих законы России. Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес, должны быть самым жестким образом выработаны против этих людей самые жесткие меры. А любые проявления экстремизма, нарушение правопорядка, незаконная трудовая деятельность служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем. Президент России Владимир Путин заявил, что к нелегальным мигрантам, нарушающим российское законодательство, должны быть приняты строгие меры, включая депортацию и запрет на их возвращение. Об этом сообщает «Коммерсант». По словам Путина, против нелегальных мигрантов, которые нарушают законодательство России, должны быть приняты жесткие меры, включая высылку из страны и запрет на въезд. Он отметил, что эффективная борьба с экстремизмом связана именно с миграционной сферой, любые проявления экстремизма, нарушение правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем, заявил Владимир Путин. При этом российский лидер добавил, что гражданам и тем иностранцев, которые соблюдают законы и с уважением относятся к культуре и традициям, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы. В то же время министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил, что в последнее время увеличилась преступность среди иностранцев, а количество преступлений, связанных с нелегальной миграцией, уменьшилось почти на 6%, отмечается рост уголовных посягательств, совершенных иностранными гражданами, зафиксированы групповые нарушения правопорядка, их участники привлечены к ответственности, приняты меры в виде выдворения и депортации, сказал Колокольцев. По словам главы МВД России, существует также проблема возвращения мигрантов в страну после совершения правонарушения в России и смены паспортных данных после депортации. Способ решения проблемы чиновники видят в расширении списка иностранцев, подлежащих обязательному дактилоскопированию.